Гоша Гочвар заднеприводный. Что скажешь насчет объявления радужных экстремистами? Ну, я хз в этом плане. Всегда должна быть какая-то золотая середина. Золотая середина. Но, с одной стороны, я согласен с тем, что в последние годы радужные охуели. Неиронично. Так что, ну, хотя бы где-то то, что их попустили, это, конечно, с одной стороны, неплохо, но... Это достаточно ублюдская практика, что теперь... Условно говоря, вот Барби был момент, помните, где были танцы с Кеном? Где Кен там что-то пел, к нему подходят два мужика, целуют его в щеки во время танца. И эти моменты были вырезаны из фильма, потому что это типа пропаганда ЛГБТ. Ну это странно, вы чё? Как проблема в том, что с запретами всегда приходится, всегда происходит залезание в залупу. А ты знаешь, 150 рублей от Кэлли. За 100 рублей получается, посмотрел ролик сильно заранее. А да, я же теперь экстремист, ебать. Осуждаемо. Осуждаемо. Да, ребята, в жопу не долбись, в жопу не долбись. Да теперь это вот самое. Слыхал, что панель дали 18+, как по мне хуйня новость. Ведь его и так смотрят те, кому за 18. Всем добра. Ну, дали и дали. Как. Проблема-то в том, что дали-то это на сервисах каких-то и так далее. Просто, к сожалению, со всеми этими запретами все идет к тому, что вот я, допустим, не вижу смысла сейчас идти в кино, потому что из кино многие моменты будут вырезаны. Я уж лучше спасибо посмотрю, большое, условно говоря, бесплатно. Меньше, чем ты. Радужных объявили экстремистами не из-за анальных утех, а из-за проталкивания западной политической повесточки. Решением проблемы может быть только создание суверенного русского гомосексуализма. Суверенный русский гомосексуализм. Просто это на самом деле очень смешно, потому что среди вот прямо правых пидорасов полно, поэтому ну даже хуй знает. Потому что я, ну, это не стереотип и не мемас, но очень часто ты видишь чела в каком-то обмундировании, скажем так, сидит там, топит, говорит, вот, Z. И при этом у него ноги там в чулочках или еще что-то типа этого. Это бывает. И поэтому это, я не знаю, мы в какой-то клоунской реальности живем, потому что я до сих пор не выкупаю какого хуя. Да за почему так? Жмиль. Да что уж тут говорить, если даже из вампиров средней полосы вырезали момент с «Прости, Юра, мы ВС просрали». Чё, Чиполлино еще не запретили у нас? 150 рублей от Бен. Кстати, благодаря архиву ББ и смотрю «Оверлорд». Что ж, это годно, соглашусь. Досматриваю 3 сезона. Меня удивило, что Чак хочет трахнуть Коцита, а не мальчика-эльфа Фимбоя. Да потому что Фимбой это от греха. Нормальные пацаны с жуками ебутся. Среди правых не только со мной, но и Гиге. Ну да, да. А я хз почему так? Почему-то самые людоедские взгляды у заднеприводных. Хз почему? Вот я не знаю. То есть, даже если у чела благие намерения, но если он заднеприводный, то он эти благие намерения с мясом и кровью будет пытаться добыть, типа такого.